Доброе утро. Мы тут Софийку кормили. Почему такой кашей готовой кормили? Молока нету вообще ни грамки. Ни одной капельки нету. А? Тетушка? Ой, ну что, а что такое за выпендривалась глаз? Не бери ее на руки. Иди сюда, иди. Ой, как хорошо спала сегодня. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу, скажи, да? Угу. Чистенько ест. Видите, чуть-чуть совсем накапало. Эту штучку мало заморала, вся чистая. Ну, правда, ходили, ручки мыли. На стульчик встает сама. А пойдем, пойдем? Да, на бабушке ручку. Пойдем? Пойдем, где Тома? Пойдем. Что Тома делает? Саша с Дариной еще спят. Не хотят просыпаться. О, Дариночка встала. Все волосы. Я тоже вчера вечером помылась. И волосы все дыбом встают. Он, Санечка, проснулась. Ну, оденься, ага. Ага. Чем-то там диван заправляет. Вот, я Сашу за ручку взяла. Пошла. Ну все, пойдем мы с папой завтра готовим. Яйца будут, молока нету. Ну и дети рады. Ура, ура! Вон деда жарит уже во все яйца. Вот тоже так хорошо сидела, играла, все убежали, кто куда, по делам. Тут же встает. А так вот мы завтракали, она все это время сидела тут, Саша занималась. Так, Томочка у нас собирается, у нее занятие сегодня. Раннее развитие. Папа ее увезет. И список составила, что нам купить. Молоко, масло, колбасу, хлеб, булочки с маком, с сахаром. Сахаром еще, да. Ну, вот знаете, что я хочу сказать? Мы прекрасно справляемся. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, когда ребенок спокойный. Вот когда спокойный, не вредный. Не вредный. Что-то хотел сказать. Тома, пожалуйста, собирайся, милая. Сейчас помогу. Угу. Смотрите, как ходит. А? Кто так ходит? Крутышка маленькая. Томочка пришла. У кого-то было день рождения. И ее угостили. Раздевайся, милая. Всех угостили. Ага. Все, раздевайся, моя девочка. Так, Вася съездил, купил хлеб, молоко, масло. Все купил. А сегодня мы будем обедать суп у меня куриный. Ну, правда, не с лапшой, а с рисом. И гречка. Гречка с мясом. Морковка. Мне тут не нравится по вкусу. В общем, половина пошла на суп, половина сейчас на гречку пойдет. Ну, все. И Вася там купил булочки всевозможные. Девчонки там нянчатся, только что играли на... пианино, Дарина сидела, играла. Софийка, ничего, вот сидит сколько с ними, не бегает сюда ко мне. Нормально все, слышите, вот и не плачет, ничего, очень хорошо. Ну, правда, их там и Дарина с ними, и Женя с Сашей, и я вот как раз успеваю все приготовить. Так, посуду еще там помою. Ну, играй, играй, милый, играй. Только что Дарина сидела и играла. Все. Сейчас я быстренько доготовлю и пойду, Софийка, погуляю. А через часик уже и спать. Василий Владимирович пришел за кофе. Надо бросать кофе пить. Все. Дела мои на кухне с утра закончились. Приготовила я все. Сейчас через 10 минут гречку отключу только. Посуду все перемыла.
И есть кто пока не хочет. Но зато у меня все готово. Пойду посмотрю, что там дети делают. Стирка у меня тоже, я все вчера еще перестирала. Даже на спинке. Ой, как кричат. Да, София, все кричат? София, я тоже. Я пойду. Я пойду 5 минут за компьютером посижу. Посидит бабушка, нет, за компьютером чуть-чуть. На комментарии поотвечаю немножко. Мама. Нет, не дадут. Да, да. Дарина там гуляет. Так, я не одел. У нас сегодня плюс 15 примерно где-то. Ветерочек. Девчонки тоже там одеваются. Сейчас выйдут гулять. Сейчас погуляют минут 40. Полчаса 40. И спать уже будем ложиться. О, как хорошо играет. Дариночка, ты бы одела все равно что-нибудь. Сбегай, кофту одень. Ну, ветерочек прям. Вот я вся мокрая готовила около печки, но... Ах, молодец! Во, видите, Саня, как хорошо в костюмчике. А где-то же у нас были весь набор. Где он? Санечка, дай я пойду твои очки протру. И свои тоже протру. Кстати, Санины очки готовы. Просто нам надо поехать заплатить половину там стоимости и забрать. Я не буду надевать кепку. Хорошо. Жень. Что? Сама говорила, много одежды нельзя одевать. Вот Саша молодец, хорошо оделась. Одела костюмчик. Жень, чисто, потому что... 500 раз переодевается. У меня только один костюм гуляющий, потому что я в домашних одевалась. Ну хорошо. Все, гуляйте. Во! Вот уже и не продует. Сейчас я очки протру, принесу. Да. Ну. Сейчас... Ты, Саша, одел кроссовки. Ну, сейчас кроссовки одень. Что ты сапоги одела? Дома у нас шапки гуляют. Ухо стреляет. Какие молодцы. Нет, не Дарина только что пришла, папа зовет. А где хлеб у вас, дети? Мама, Софика еще долго спать будет? Нет, она уже сейчас проснется. Пойдут, он папа что-то зовет. Все, мы пойдем гулять. Мы поспали, поели. Ну, правда, они еще с Дариной до сна гуляли. На улице прекрасная погода, можно гулять. Давай, бабушка поможет. Давай. Вот. О, молодец, молодец. За ручку? Ну, давай, давай. Все, гуляй. Она сама возьмет, Саш, не надо. У нас там пишут, ребенку руки не моете. На самом деле мы заходим домой, ставим стульчики, она сама моет. Ну как, она любит, мыло ей нальешь на руки, и потом она сама моет. Нельзя с грязными руками в доме находиться. Мыть надо обязательно. Девчонок тоже прошу. Ну, не всегда, конечно, они это делают. Как гуляют, так пойдут, купят мороженое, этими же руками едят. Ну, мне кажется, не сильно возможно следить за чистотой рук, летом особенно. Что, пойду Дарину позову, чтобы она побыла с ней? Я папке помогу. Сама. Нет, нет. Смотри, она что-то потащила. Камешек? Да. Прячет как. София, прячешь? Ладно, будем гулять. У нас Софиечка уже спать хочет. Пустышку взяла немножко. Ну, надо потерпеть немножко еще. Ну-ка покажи, как ты играешь, София.
сейчас, скажи, поиграй. Ну, так красиво играла. Внуча. Мы тут всей семьей смотрим фильм. Плюшевый. Ну пусть, пусть. Потом соберем, потом. Смотри, ничего страшного. Ну, Женечка, как болячка. Ой, всю. Ой-ой. Ну, это с платьем надо мерить. Платье вместе. В следующий раз на занятие пойдешь, ее оденешь, ладно? Он что делает, хулиганка? Да, так, дорогие мои, так вот у нас день прошел. Вася, Дарина ему помогала, пересаживали клубнику, да, немножко? Пересадили. Ну, немножко там, сколько смогли. Грядки сделали. Ну, что-то сидим, думаем, то ли еще рано, то ли еще заморозки будут. Да, кукурузу посадили. Ну, там малина, которую надо было... Вася, что-нибудь меня зовет, Софийка вообще, мне говорят, пусть девчонки Софийкой нянчатся, а вы в огород. Так она плачет. Мама ушла, она сразу побежала. Ну, она плачет, кричит и это, ничего не дает. Нет, это не маленький, это платье такое. Ну, молодец. Ну-ка, включи. Ты что выключила? Санечка, надо звук немножко выключить. Ой, сейчас. Иди сюда, иди. София. Ладно, дорогие мои, мы будем прощаться. Иди сюда, внуча. Всем пока, всем до завтра. Всем пока-пока. Нет, она очень хорошо с платьишками, если одевать, то будет красиво. Да, да. Маши, пока, пока, всем пока. Вот, все. Мы сейчас мультик посмотрим, да, и будем уже ложиться спать. Время 8:30. Я говорю, София уже спать хочет, но не ложится рано сильно. Она проснется потом в 6:00 утра. Ну, меня сразу.